Новый маршрут «Москва-Брест-Москва» запустила компания «Белавиа». Вылетать пассажиры будут из международного аэропорта «Шереметьево». Рейсы в московский аэропорт будут выполняться дважды в неделю, по средам и субботам. Перелет в одну сторону займет всего 1 час 45 минут. Для пассажиров максимально комфортные условия полета. В современных самолетах места эконом и бизнес-классов. Преимущественно на рейс будут выходить воздушные судна Embraer 175. Они вмещают до 76 человек. И в свою очередь готовы предоставить самые высокие стандарты обслуживания для пассажиров «Белавиа». Обслуживание будет происходить в наших новых терминалах Б и С, которые являются на сегодняшний день одними из лучших терминалов в Европе. Символично, что запуск авиамаршрута приурочили ко дню единения народов Беларуси и России. Благодаря новому рейсу в разы возрастут туристические потоки в обоих государствах. Безусловно, это упростит и деловые контакты между нашими странами, будет способствовать увеличению взаимных визитов. Это один из многих наглядных примеров того, как те решения, которые принимаются нашими президентами Беларуси и России, влияют на жизнь простых граждан. Цена билетов на уровне пассажирских перевозок. У этого направления есть все шансы стать востребованным среди жителей двух государств. Если будет больше спрос, мы будем использовать самолеты большего класса, Embraer 195, 107 кресел тоже с бизнесом, и Боинги наши мы тоже будем использовать. Это событие долгожданное для многих. Одни летят в путешествие, другие – проведывать близких. Так у семьи Кушниревич в Бресте живут родители. Михаил рассказывает, когда узнали, что появился такой рейс, не раздумывая, купили билеты. К бабушке Марине. У нас она хорошо очень летает. Есть дети, кто боятся летать, она любит. Она не капризничает, не плачет, не кричит. Любит летать, да, поэтому нам удобно на самолете. Сами в Москве живем, я из Бреста, жена из Москвы. Вот, мы узнали, когда что появился рейс, сразу купили. До этого момента воздушные судна из столицы страны в город-герой Брест летали только в 90-х годах. Россиянам приходилось добираться на машине или на поезде. Время в пути более 10 часов. Если на поезде, на автомобиле, очень далеко. А так за 2 часа, грубо говоря, уже и в Бресте, и в Москве. Мы стали ближе благодаря «Белавии». Билеты на этот рейс Алла Качан подарила бабушке, которая живет в Бресте. Признаются, теперь видеться будут точно чаще. Благодарю всех, кто создал этот рейс. Это очень удобно и очень хорошо. Первым зарегистрированным пассажиром стал Владимир Ануфриев из Москвы. Мужчина часто летает в Брест. Там у него свой собственный бизнес. Там много желающих летать, кто занимается бизнесом. И очень, наверное, будет много туристов. Очень много белорусов ездит в Россию. Ну и россиян туда. Есть что посмотреть, красота. Компания «Белавиа» в этом году также открыла ежедневные рейсы в Минск и Гомель. В планах еще больше расширять авиасообщение между Белоруссией и Россией. Анастасия Кравцовская, Руслан Сафин, новости Химки ТВ.